Всем привет, меня зовут Инесса. В этом видео я с вами хочу поделиться радостной для меня новостью. Я наконец-таки закрыла 1000 подписчиков, и я закрыла 4000 часов на то, чтобы подать на монетизацию. Что такое монетизация? Это когда вы уже становитесь партнером YouTube, когда вы отправляете все свои данные, когда YouTube проверит ваш канал и подтвердит то, что вы становитесь официальным партнером YouTube. И тогда все ваши видео начинают монетизировать. На вашем канале появится значок доллар. Уже будет написано, какую сумму денег вы заработали от просмотров на YouTube. На самом деле, кажется, 1000 подписчиков — это очень мало. И кажется, 4000 часов просмотров, не минут, часов просмотров, кажется, что это мало. Но на самом деле это безумно тяжело, это очень много. 1 мая 2019 года я начала заполнять заявку на то, чтобы становиться партнером YouTube. К моему сожалению, я обнаружила, что у меня недостаточно часов на YouTube. На тот момент это было 3710 часов на YouTube. И мне понадобилось 2,5 недели, чтобы закрыть остальные вот эти вот недостающиеся мною часы. И после того, когда появятся 2 зеленые галочки, что вы уже соответствуете тому, чтобы становиться партнером на YouTube, после этого понадобится около 1 месяца, чтобы YouTube проверил ваш канал, ну, вы начнете официально работать. И сейчас я вам покажу, как я все заполняла это на компьютере. Открываем YouTube, меняю на классическую версию студии. Захожу в раздел «Канал», «Монетизация», нажимаю «Включить». Появляется страница с условиями и как подавать заявку. Первое нажимаем «Начать». Читаем, чтобы быть в курсе договора с YouTube, нажимаем на все галочки и нажимаем «Продолжить». Второе. Связать свой канал с AdSense. Нажимаем «Далее». Вас перекидывает на другую страницу. Выбираете «Да» или «Нет» по поводу информации для рекламы. Выбираете ту страну, где проживаете на данный момент. У меня это Тунис. Принимаете дальше все условия и создается аккаунт. Указываете свой тип аккаунта. Дальше пишите адрес проживания. Во второй строчке также указываете свой адрес. В первой колонке выбираете свой город. У меня это Сфакс. Вторая колонка – это район в городе. И в третьей колонке мы выбираем улицу, где мы проживаем. Наш индекс и город. Переходим на YouTube автоматически. Выбираем, какую рекламу показывать на нашем канале YouTube. Ставим все галочки. И последнее, самое сложное – это часы и количество подписчиков. Покажу на своем канале, как это выглядит. Тем каналам, которые подписаны на меня, которые имеют 200, 300, 400, 500, 600 подписчиков, я всем вам желаю, чтобы вы побыстрее закрыли свои 1000 подписчиков, чтобы вы уже закрыли 4000 часов просмотров на YouTube, точно так же подсоединились к партнерской программе YouTube, начали зарабатывать на этом, чтобы ваш труд был оплачен, чтобы не было это все впустую. Всем я желаю вам это побыстрее осуществить. И в ближайшее время я буду снимать какие-то видео про YouTube, где я буду рассказывать, как можно развивать канал, как я набирала свою первую 1000 подписчиков. Если вам все это будет интересно, то оставайтесь на моем канале, ставьте уведомления об колокольчике, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на мой канал, поддержите меня мощным лайком, и всем пока-пока!